Добрый вечер. Меня зовут Марат Уралиев, я журналист редакции «Кактус Медиа». Я вам расскажу сегодня главные новости дня. Сегодня в Дьявольском районе на трассе Бишкек-Ош в районе так называемого Парижа было обнаружено тело инспектора управления по обеспечению дорожного движения. По предварительной версии, он совершил самоубийство, выстрелив из табельного пистолета себе в голову. На данный момент служба внутренних расследований МВД Республики проводит служебное расследование. Сегодня в мэрии Бишкека сообщили, что с 1 июня в городе будет отключена горячая вода для профилактических работ. Но есть и хорошая новость. В столице заработают фонтаны. Прошедшей ночью неизвестные стреляли в брата депутата городского Кенеша города Джалалабад. Его брат доставлен с несколькими огнестрельными ранениями в городскую больницу. Из него изъяли 3 пули. На месте происшествия сотрудники милиции обнаружили 3 гильзы от травматического пистолета. Ведутся все оперативные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых.